Биография, биографическая справка. Очень много людей становятся героями публикаций. Далеко не всегда наши читатели и пользователи знают, о ком идет речь. Поэтому биографическая справка помогает пользователю погрузиться, значит, узнать подробности о том человеке, который становится героем нашего материала. Эти биографии могут быть собраны в базу, и вы можете каждый раз, когда упоминается имя того или иного человека, вы можете давать ссылку на эти биографии. Очень полезно для таких системных больших порталов, которые часто пишут о людях. И это может быть частью спецпроекта, как мы видим сейчас. Это спецпроект по чемпионату мира по футболу. И здесь есть представлены все команды, которые участвовали, и на каждую команду сделано портфолио. Причем не только на каждую команду, но и на каждого футболиста. Кто это с рейтингом, краткая справка, откуда, где вырос, как стал футболистом, как добрался до национальной сборной и какие-то ключевые моменты в своей биографии. И таким образом вы имеете полностью такую базу данных. В данном случае по футболистам. В зависимости от того, какой темой вы занимаетесь, есть смысл сделать подобную биографическую базу либо для внутреннего использования внутри редакции, либо внутри вашей мини-редакции, если вы работаете в одного, и использовать это как базу знаний о тех людях, за которыми, за деятельностью которых вы наблюдаете, о ком вы пишете. И части этих биографических справок могут быть хорошей вставкой, хорошим модулем, полезным модулем для пользователя, когда вы пишете о их деятельности.